Инструмент BTC.com для восстановления Bitcoin Cash. Как сообщает Cointelegraph, во время хардфорка у многих пользователей, владельцев биткоина, их коины Bitcoin Cash были заморожены после форка. Это произошло из-за того, что некоторые биржи не поддержали Segwit. Теперь пользователи смогут восстановить свои накопления благодаря инструменту, запущенному на BTC.com. Инструмент восстановления начал работу в середине августа. Менеджер по интернет-маркетингу BTC.com Николя Дару заявляет, что самостоятельно восстанавливать коины сложно и рискованно, а новый инструмент позволит сделать это легко и быстро. Все, что нужно пользователю для успешного восстановления, это завести Bitcoin Cash кошелек на сайте BTC.com. Тем не менее, услуга применима только для определенных виртуальных кошельков.